Управление социальной защиты населения Улан-Удэ платит за проезд. Ведомство напоминает, для определенных категорий населения производится выплата компенсации расходов на проезд в пригородном железнодорожном транспорте. На льготы могут рассчитывать граждане, у которых средний душевой доход составляет менее двух величин прожиточного минимума. При этом компенсируется не более двух поездок ежедневно в рабочие дни на участке от Улан-Удэ до станции Мостовой. Ветераны труда, труженики тыла, пострадавшие от политических репрессий, а также пенсионеры имеют право выбора – получать данную компенсацию либо меры социальной поддержки в виде скидки 50% на приобретение проездного билета на электричку. За предоставлением компенсации, а также за дополнительной информацией, необходимо обращаться в клиентскую службу Управления социальной защиты населения, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.